Привет. С тортиком все, разобрались. Тортик я уже только что скушал. С этим все понятно. В общем, я там продолжил исследование. В Ленумбре я пока не возвращался особо, потому что, ну, там, по сути, там уже делать нечего. Если только дособирать книжки и брать новые квесты, которые там по месту берутся. Но это, я думаю, в будущем. Я начал пытаться проходить квесты, которые набрал именно в самой Глинумбре, но они меня отправляют дальше. Скажем, я сейчас нахожусь, где я нахожусь? Мукай, остров какой-то. Я здесь немного побегал, пособождал чуть-чуть, и тут я влип в такую вот историю. Встретиться, когда будешь готов совершить ограбление, да? Я так полагаю, это типа как основное задание здесь. Ну, я не решился пока его делать, потому что, скорее всего, потом будет проблематично. Может, они все агриться начнут в городе. Поэтому я немножко позаканчиваю другие задания, которые здесь есть, окромя вот этого вот ограбления. Ну, остров небольшой. Заданий, в принципе, так не особо много. Тут телепортов он раз, два, три всего. Я так побегаю, побегаю, пару заданий выполню, а потом мы с тобой ограбим все-таки то, что там от нас хотят. Посмотрим, что будет. Пока что... Что там у меня сверху? Поговорить с рулоном туалетной бумаги. Ой, обознался. Лурорном. Лурорн какой-то чувак. Он не туалетная бумага. Он рядышком? Да, рядом. Тут карта небольшая, он уже с ним там толпа и базарит, кстати. Сейчас и мы подключимся к нему. За ночь я не нашел ни одного кинжала, ни одного меча стоящего, чтобы сделать себе оружие в две руки. Поэтому продолжаю бегать со щитом. Мертва. Жилет контрабандиста, средние доспехи. Ну, средний набор броня ученика. Макс здоровья, макс энергия. Нет, это не то, что я хочу. Увеличивает вдохновение от разбора предметов, позволяет получать при разборе дополнительно очищенные материалы. Слушай, макс здоровья это все отстой. Тут главное это увеличение вдохновения от разбора предмета и получать дополнительные очищенные материалы. Возможно, когда ты занимаешься ремесленничеством, нужен тебе вот такой вот сет. Его отдельно хранить. И когда нужно просто одевать. Согласен, согласен. Надо скачать, я знаю, есть какой-то мод, который помогает сеты менять местами быстро. На кнопочку нажал, этот сет, я об этом, этим займусь обязательно. Ваш инвентарь полон? Ну, как же ж? Почему ж нет? Ё-моё, ну, это же само собой, ребят. Что могу съесть? Так, чертеж какой-то. Чертеж стула. Давай, мы его сейчас изучим. Как раз и место освободится. Ящик кузнеца какой-то. Партия слитков. Ремонтный набор. Бирюза. Железная булава. Взять все не могу, потому как понятно. Опять все полное, да? Ясно. Потешный этот осколок. Не знаю, что с ним делать. Ремонтный набор. Тут много очень. Выкинуть нечего. Тут что сейчас мы выкинем? Ай, ладно, боже, придется избавляться от всего подряд. Потом будем собирать еще. Давай задание заберем. Помоги завершить. О, 22 уровень доступен. Прикольно. Кронный освежающий напиток привязывается к персонажу, повышает восстановление здоровья на 2 часа. Здоровье, восстановление магии, восстановление запаса сил. Прикольно, открыто поиск крипта сердец. Очко характеристик. Ну, давай получим. Здоровье. Со скиллами я потом буду мучаться. Один уже без тебя. У нас сейчас на очереди еще какое-то задание. Что мы можем дальше выполнить? Поговорить с Триланом каким-то. Ну давай, по пути. Идем и говорим. Вот по поводу сета, да, это, кстати, хорошая идея, слушай, а. Надо скачать вот сет этот. Блин, а у меня, по-моему, было вот это вот броня ученика, что-то еще. Я выкинул, по-моему, так толком не прочитал, но и зря. Тут же что-то есть значок какой-то, мастерство. Видимо, связано с этим совсем. Скачаю этот мод менять
Сеты. Легкие доспехи, средние, тяжелые, щит, поиск. Нет. Главное, чтобы еще места как бы хватало-то. Ладно, разберемся. Не все сразу. Я не так давно в нее играю, чтобы прям тут все уже уметь. Опыт приходит с практикой и с годами. Проиграешь в эту игру лет 5 и будешь уже себя чувствовать здесь отлично. Когда я помню, играл раньше в линейку, не помню, сколько я в нее проиграл, лет 6, наверное, играл в нее. Ну, конечно, не постоянно, перерывы были, но, в принципе, играл долго, можно так сказать. Так там вот реально, там тут я еще помню старые времена, там перевода даже не было на русский язык. Так там все квесты наизусть знаешь просто. Даже вот, ну, тебе не надо было карту включать. Ты появляешься на местности, повернулся, побежал, ты знаешь, за каким кустом, какой итем нужно тебе подобрать. Это просто жесть была. Ну, потому что прокачиваешь одного героя, делаешь цепочку квестов. Прокачиваешь второго героя, нужно делать эту же цепочку квестов. И вот так вот это приходилось делать, да. Там на аккаунте, да каком аккаунте? Там на одном аккаунте по 9 персов было, а самих аккаунтов еще куча была. Тебе нужен был там и гном, гном такой, который крафтит, который спойлит. Короче, ну, если ты играл в линейку, ты в курсе, что это такое. Ну, короче, твинков была тьма. У тебя был твин, который водил парики, это был там ВЛ. У тебя был игрок, несколько, короче, персов для ПВП интересных, для осад. И понеслась, короче, очень много всего было. Свои баферы были. Вот у меня целый аккаунт был, я не помню сколько, 7 штук личных баферов. Загружаешь два окна и пошел сам себя бафать своими же баферами. Очень интересно, да. Так, стоять. Что-то не то. Вот. Трелом. Привет, Трелом. Что ты будешь? О, оказывается, здесь тоже сдается задание. Вот это прикольно, ты знаешь. Я уже поздавал задание 2 штуки, значит, у меня место под задание потиху. Он мертв? Ну, явно не пьяный, раз крысы его едят. Интересные у вас тут дела происходят, ребята, блин. Прям в лагере. О, еще один. Жуткая жуть какая-то. Вообще страх. Ладно, сегодня не об этом. Сегодня не о страшном, сегодня о веселом. Встретиться с Калин, когда вы будете готовы совершить ограбление. А тут поговорить с Лурном еще сюда нам надо, да? Я думаю, пешком прогуляемся. Что тут телепорт использовать? Так деньги тут с трудом даются, а каждый телепорт стоит денег. Я думаю, лучше 5 метров пробежать, чем потратить 90 монеток. Горноцвет? Нет, горноцвет мы не будем брать. Мне вообще бы... Так, а этот я уже собрал, да? Уже не светится. Мне бы желательно собрать бы еще на 10 ячеек инвентаря, потому что инвентарь почему-то... Вот было же 80, ну, стало 91, все равно не хватает. Постоянно все добавляется, добавляется что-то. Кажется, и это нужно, и это нужно, и без этого никак, как бы. И чем дальше, тем больше тебе места нужно постоянно. Причем нужно увеличивать, увеличивать и увеличивать. Желательно дом, наверное, нужно все-таки. И дом, или чтобы там был в доме какой-то ящик, в котором можно было хранить. И желательно не один ящик, чтобы там, допустим, разделить еще по ресурсам это все дело. Ну, это РПГ, да. Особенно РПГ крафт, система крафта, да. Вот я Black Desert Online играл, там у меня был дом, да, там были ящики, столы у меня в доме. Ну, я как-то, если честно, не нашел времени на нее, да. Я как-то подумал, что вот реально там нужна практика. Там эти юзания скиллов, это надо постоянно понимать вообще, что ты делаешь. Там в PvP очень сложно. Поэтому я решил, что у меня не будет столько времени в него играть. И немножко забил. Хотя игра, в принципе, Black Desert интересная, мне понравилась. Так. Активировать ржавую сферу. Примечание. Подождать, пока Рулорн не подаст сигнал. А, я должен ждать. Он подаст сигнал. Ну, давай. Когда? Что-то он долго готовится.
И чё? Или это не здесь? Подожди. Вроде здесь. А, о. Понятно, рычаг управления. Ух ты, какая штука, дрюка поехала. Ты посмотри ты. Короче, у нас все получилось. Получилось. Шелковое одеяние Лорна. Зачарование маг здоровья. Ну, легкие доспехи я точно не буду носить. Снижать стоимость кувырков. Ну, забрать-то придется. Все-таки конец задания. Завершено. Тяжелые доспехи. Ну, постепенно движемся вперед. Видишь, как все хорошо. Сейчас и квестов поуменьшится. Все. В общем, я думаю, пора. Пора, брат, грабить идти. Будем грабить. Тюрьму я прошел, там освободил Жаккарна. Здесь, я думаю, какие-то квесты в принципе могут быть. Ну, если что, потом к ним вернемся. Давай мы вот то, что есть ограбление, так и назовем этот ролик. Ограбление Стросмакая. Нет, ограбление по-стросмакайски. Вот так вот точно. Главное не забыть. Пошли грабить. Ты вот, животинка, без дела не ходи. Я не знаю, какой-нибудь рюкзачок бы себе взял, вещи носил или что. Убежище капитана. Все, хорошо. Мы готовы грабить. Обшарить. Тут он уже шарят вовсю. Варьё одно кругом, блин. Капитан Калин, да? Согласен. Что теперь? Теперь нас ждет настоящее дело, ограбление. Наша цель – боссик. Это мерзкий негодяй наконец-то получил по заслугам украденного журнала учета судов. Ты серьезно? Ключ к нашей безбедной жизни. А ты денег много дашь? На дом хватит? И деньги, которые боссик получил незаконно. Король. Как мне это сделать? Что дальше? Я скоро вернусь. Поговорить Нерама. Это устройство я снял с Ясгаки. Если нажать вот сюда, то можно получить очень сильный удар электричеством. Если сумеешь испытать его, желательно на живом объекте, я буду очень благодарен. Так, он мне что-то дал. Ты что мне дашь? Хитрая Лериса. Она дело говорит, без маскировки тебе к боссику не подобраться. К счастью, у тебя есть яд. Только скажи, костюм слуги будет ждать тебя у дворца. Спасибо. Угу. Ты что скажешь? Чудесный день. Босик носит ключ на шею. Украсть его, расплюнуть. Я достану босика ключ. Встретимся во внутреннем дворике. Звучит просто отлично. Короче, все. Мы все добазарились. Раздобыть костюм слуги теперь осталось. Все, помчали. Нам нужен костюм. Берем костюм, грабим всех к чертовой матери. Не вижу. А, вон там. Круг какой-то обозначен, значит туда. Надо карту немножко настроить. Слишком все там. Мини-карту я имею в виду в углу вправо. Надо ее, наверное, настроить немножко, чтобы она была от расстояния побольше. Хотя не видно будет круга. Ну ладно, потом попробую. Для удобства. Изучить призыв к действию. Изучил. Что дальше? Выполнено. Раздобыть костюм. Встретиться с Лерисой. И забрать костюм. А, вон там. Это вот типа дворец, я так полагаю. Сюда, значит, нам. Хитрая Лериса. Она тут работает уже. Боже, у нас тут свои люди кругом. Ваш инвентарь полон. Отличная проблема. Тяжелые доспехи убийцы гоблинов. Блин, мне не надо пока что это. Не выкидывать как бы жалко, я бы разобрал лучше. Что, это и выкинуть больше нечего. Бирюза увеличивает физическую и магическую сопротивляемость.
Особенности оружия в оружие. Сопротивляемость. Нет, я не буду. Хотя, может, в щит. Я думаю, это все будет подбираться и не один раз. Давай. Давай мне. Так, нашла маскировку, да. Надеть костюм. Где он обычно там? Прочее, по-моему, одеяние слуги. Слуга с топором и со щитом, да? Слуга с топором и со щитом. Круто! Войти во дворец. Хидаба. Хидаба-баба-баба. Спросите главаре боссики. А я что-нибудь красть могу? Так, подожди. Письмо. Письмо изучим. Может, где-то еще что-то есть. Халия. Ну, давай, расскажи. Выйти в дворцовый двор. Ну, тут, в принципе, сложности какие могут быть. Да никаких. Тут тебе пальцем тыкают, куда ходить, блин. Говядина. Свинина. Виноград. Тут свинину с виноградом едят извращенцы. Это дворик такой у него. Не кислый дворик-то у парня. Жакарн. Привет, Жакарн. Забрать ключ. Все, он уже его украл. Войти назад во дворец. Ну, это называется, давай побегаем туда-обратно. Да, в итоге, кажется, мы уже все украли, где ты был. Найти сейф. Сейф. Где он? Что не показывает? Самому что ли искать? Где-то, наверное, в той стороне. Наверху, скорее всего, будет. Вряд ли снизу. Не зря что тут второй этаж сделали, да? Нижняя полка. Давай обыщем. А! Он еще успел меч потом достать. Отправиться в доки. Все, я походу все забрал. Теперь можно отсюда уходить. Все. Я думал, тут, блин, такое задание будет просто неимоверно сложное. А оно так себе оказалось по сложности. Что там воюют? А у них, наверное, это пати-вечеринка какая-то. Отправиться в доки. Можно пешочком. Ладно, там танк воюет с кем-то с меч и щит, а у того двуручник. Хотя тут определенно сложно сказать, кто танк, а кто нет. Тут и мах может со щитом бегать и с мечом. Не догадаешься в жизни, что это мах. Пока он тебе не шахнет магическим чем-нибудь. Как-то я медленно бегу, давай побыстрее чуть-чуть. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, тренироваться надо больше. Давай-давай-давай, тренировка. Костер такой не кислый у них. Это типа как маяк, я так полагаю, да? О, не могу пройти мимо. Не-не-не, железная руда. Я сертифицированный кузнец. Это преступление пройти мимо руды. Так, ну давай-ка ты запрыгнешь здесь, чтобы не обходить. Капитан Калин. Ну все, я все украл. Вот журналы судов. Давай бабло. Следовать за капитаном Калин. Ну пошли. Почему я бегаю? Можно я тоже ходить буду? Можно ходить? Нет. Нет, это не такая ходьба. Я хочу так же ходить. Ходить.
Спокойно, развалочкой. Сколько тут мечей? Двуручный, двуручный. Дайте мне два одноручных. Интересный вопрос. Можно из обычного белого меча, ну понятно, зеленый, синий я могу сделать фиолетовый, а могу я добавить в него свойства какие-то? Ну, костюмом его точно с этим я не сделаю. Ну, хотя бы свойства добавлять можно уже в готовые мечи. Или нет, интересно. А, тут все. Поговорить с капитаном. Ну что? Прежде чем мы отплывем на бетник, поговорить с матросами, познакомимся с ними поближе. Нас ждет долгое плавание. Хорошо, познакомлюсь с командой. А зачем мне с ними знакомиться? Я, по-моему, тут уже всех видел. И что? Да я уже всех знаю. Ну ладно, давай еще. Вот сейчас я спущусь. Возможно, тут еще кто-то в команде есть. Ну, Элошана, ну и что? Отлично. Что вы мне скажете хорошего? Да ничего. Я, в принципе-то, не читаю. Все, я со всеми поговорил. Поплыли. А что сразу поплыли? Нам что, здесь уже делать нечего, что ли? Все, мы здесь закончили. Получается, так быстро почти все. Кончик острия, да? Ну, получается, так быстро все задания выполнил на этом острове. Все, тут больше делать нечего. Там, может, пару дополнительных осталось еще где-нибудь в углах, которые надо побегать, еще поискать. Я готов, отплываем. Тогда мы плывем на Бетник, остров орков, которые еще не присоединились к Ковенанту. Я надеюсь, это изменится. Ламбур счастлива, что плывет домой. Может быть, благодарность, она угостит тебя пивом. Хочешь совет? Постарайся осилить 6 кружек. Приобретешь подругу на всю жизнь. 6 кружек пива? Да легко. Мы добрались на остров. Или это не остров? Крепость Каменного Зуба. Бетник. Бетник, бетник, бетник. Ты знаешь, это остров. Нет, стой. Это я не тот остров смотрю. Вон я тут, на этом острове. Бетник, да, я на острове. Тут раз, два, три. Какие-то две. Ну, это понятно, гробница какая-то. Угу. Есть небесные осколки, два. Ну, я думаю, какие-то задания тоже. Ну, вот так вот по островочку мы и откроем весь мир Тесса. Кольчуга кавалера. Блин. У меня нагрудник защитного Даггерфола Вещего Древа. Что он мне там добавляет при использовании способности, расходующей магии, у вас снимаются все отрицательные эффекты. Вот, я его хотел поменять. А это броня ученика. Блин, так у меня же уже есть средняя такая же. Только средняя там, блин, а тут на прочность увеличивает показатель брони этого предмета на 13. Нет, это не то, что-то. Этот доспех. Ну, я не знаю. Смысл мне собирать два одинаковых сета. Тем более, что этот не на мастерство. Я не буду его. Конечно, не буду. Места что нет. Маскировка красного дракона, красного грача. Давай снимем. А, инвентарь полон, я еще и не сниму. Я знаю, как можно место освободить. У меня есть яды. Яды, 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 яды. По-моему. Вообще, я могу выпить напиток один. Наверное, восстанавливать здоровье это хорошо. Эликсир, эликсир. А что, у меня ядов нету, что ли, больше? Я не крафтил. Нету, блин. Смертельный яд. Я вообще его хочу разломать. Хотя, может быть, в будущем он мне и пригодится, 25. Он, видимо, какой-то крутой раз. Такой, типа, желтого цвета. Не буду пока трогать. Восстановление зелья. Еда, броня, сыворотка, эликсир.
расторопного путника. Мгновенно восстанавливает себе здоровье. Давай я его сюда, а он все равно остался в рюкзаке. Ящик кузнеца. Ну, толку. Надо вещи идти ломать, вот что. Завершить задание. Нужно вступить, найти капитана стражи. Так, золото. 10 тысяч опыта. Ух ты, как неплохо-то. Отсыпали-то. Экспириенса. Прям левел ап. Скоро будет. Снова. Вон, сердце земли, кругом уровни, уровни, уровни. Так, значит, нам можно идти вперед. Постепенно опять брать задание. Будем исследовать Орочий остров теперь. Гильзир, как дела? Куда вы плывете? Нас, что ты можешь еще предложить? Подожди-ка. Поездку. Даггерфоллс, Трос Маккай. Нет, стой. Найти капитана стражи. Вон он, не то задание. Этот просто увезет меня назад куда-то. Мы потом к нему вернемся, когда здесь побегаем. На крепость напали культисты, кровавого шипа. Тебе повезло, что ты на них не похож. А то миг бы получил копьем в живот. Хорошее, блин, это приветствие. Начато. Заговор кровавого шипа. Что у нас здесь есть? Торговые лавки. Куча причем всяких, да? Кузница, портяжный станок. Гильдейский торговец, пивовар, торговец широкого профиля какой-то, торговец товаров для дома за достижение, продавец товаров для дома. Торговец широкого профиля, банкир есть, алхимический стол, огонь, стол зачарователя, верстак, плотник зачарователя, алхимик, мастерская нарядов. Боже, сколько тут всего. Надо по чуть-чуть проверять. Так, как пойдем? Ну, давай. Ближайшему со всеми побакланим. Где-то есть вот этот, что ли, магазин Мистик. Да что ты тут мне можешь предложить? Ну, что-то, что я буду к ним ко всем ходить? Так, единственное, что починить все. Бакалейщица. Мирана. Магазин, торговка, ремонтный набор. Блин, ничего по магазинам, в принципе, смысла нет лазить. Пивовар, Иван Таранов. По магазинам какой смысл лазить? За же денег надо кучу. Давай я вообще не буду лазить, я лучше сейчас пойду в кузницу. Ой, что у меня с ногами? Засветились. Ну, руду постоянно берем. Без руды не уходим. Мы будем развивать в себе гениального кузнеца, который нам пригодится потом. Ой, конюшня, блин, почем тут лошадки? Лагруда, скажи, что у тебя все дешево. А ты кто? Она не хочет со мной говорить. Блин. Да что, здесь не продаются конники? Лучше нам съесть всех этих лошадей, дело с концом. Какое съесть? Вы прикалываетесь? Я вам съем сейчас. Квест какой-то дала мне поговорить с Локрой. Это вообще надо вернуться туда. Ладно, хорошо, давай вернемся. Вдруг тут можно по квесту лошадку получить. Хотя сомневаюсь, я что-то... Почитал эти, как их называют, гайдики по поводу лошадей, то, наверное, только покупать можно. Вряд ли тут... Если бы, скорее всего, можно было по квесту получить лошадь, то, я думаю, об этом бы уже написал бы кто-нибудь до меня. Но я не нашел ничего подобного. Поэтому я сомневаюсь, что оно так может быть. Привет, Локра. Поговорить Шолг и Глуара. Это где-то там. Ну, туда. Тут вижу в городе квестики так себе по интересности. Побегать туда-сюда.
не особо так и хочется просто бегать. Но они дают свою прибыль, опыт, т.д. и т.п. Хотя, если ты еще любишь читать вот эту всю предысторию, из-за чего у них тут что произошло, я так не люблю тут эту Санта-Барбару их не вычитывать. Она выдумывает того, чего не было. О! Взяла, порубала на куски всех и стоит спокойно. Как будто бы так и надо. Наверное, нам пора наверх подняться. А это вообще не здесь. Двуручный меч. Топор. А как мне подняться в башню? Ой, высоко. Пол энергии сразу. О, быстро резается тут. Только тут минута прошла, чуть больше. Можно стоять на одном месте и собирать. Ну, блин, в этих башнях, наверное, вряд ли вход. Это какие-то дозорные башни, скорее всего. Ясно, там ничего. О, как это ничего? Тут кузня. Мне надо вещи поломать срочно, причем. Железная руда, ну понятно. Разбор. Мачете. Мачете жакарна. Вы получаете щит, поглощающий урон, увеличивает физическое и магическое пробивание на 1400. Блин. У меня-то сейчас нет ничего из одноручных вещей, я не буду его ломать. Кольчуга кавалера. Вот это-то я сломаю. И наголенники сломаю тоже. Но не нужно мне. 4 свободных ячейки в инвентаре. Я согласен, как обычно. Мачете жаккарна я вообще улучшу сейчас. О, отлично, 1084, он по урону больше, чем мое. Исследовать. Нужно прочность, что-то исследование какое-то запустить. Давай запустим, что зря стоять. Переработка. Давай переработаем. 3 свободные ячейки в инвентаре. Короче, надо инвентарь освобождать. А как? Как? Хороший вопрос, как? Смельчитель титан. Кремень. Ладно, давай потиху уничтожать что-нибудь. Лунный камень, таджикский стиль. Марганец, орочий стиль. Что тут еще есть? Молибден, бретонский стиль. Обсидиан, стиль темных эльфов. Малахит. Создание нет, стеклянное снаряжение, я думаю, понадобится. Древний эльфийский стиль. Хорошо. Это уничтожили. Давай. Я, пожалуй, сейчас. Это что? Разбор? Нет, мачете я не буду разбирать. Наголенники разберу. Стальной слиток, изумруд. Улучшение. Улучшение я не улучшу. У меня нечем. Исследование началось. Но толку ничего толком не разобрал. Да, ладно. Учебник для начинающих портных. Портяжный станок. Что тут мы можем разобрать? Разбор, доспехи. Жилет контрабандиста не буду трогать. А вот это мне не нужно тоже. Точно. Леон Малибден. Улучшение. Шлем Вервольфа и Шкулы. Так, жилет. Это мы улучшим. Обязательно. Пускай он будет. Он 1964. Средние доспехи. Намалек. А на мне что одето? Тяжелые доспехи 2400. Ну, так это ж тяжелые. Исследования. Исследований никаких нету. Так, это тоже кузница. Портяжный станок. Ну все, наверное, тут. По идее, все. Дальше пошли.
Что мы можем еще где сломать? Ты кто? Что продаем? Магазин, торговка. Так себе. Так себе по надобности. Может быть, что-то и нужно, но не сейчас. Это типа повар, я так полагаю, да? Угу. Говядина с чесноком. Дешанская дынная закуска. О, горячие яблоки с корицей. О, круто. Рецептов куча, которые можно купить и изучить. Это тоже. Так, мастерская нарядов. Зачем она мне? Массовая покраска. Выбрать случайные краски, как-то я там нажимал, мне понравилось. О, вот это вот. Так, остальное я выбирать не могу. Ну и ладно. Ты кто? Плотник. А, ну это магазины всякие. Они мне-то постольку, поскольку все. Смысла в них пока что не вижу. Я не занимаюсь этим. Мне бы стол, чтобы разрушить, что у меня там еще есть лишнего. Так, подожди, это что? Алхимия. Я, допустим, выделяю вот это все. Нажимаю поиск, и мне показывают, что можно сделать. Неизвестный яд. Нет, я ядом, если честно, тоже что-то пока не особо хочу заниматься. Алхимия ученика. Зачарование это просто. Стол зачарователя. А, ну вот, еще с этими. Только для заданий. Вместимость инвентаря. Оно здесь показывает, по-моему, даже то, что у меня в банке. Потому что я ж вот точно это с собой все не ношу. Наверняка тут показывают предметы даже с банка. А что за схемы? Есть навыки, нету навыков. Извлечение. Ниоткуда. Не, я не буду пока делать. Тоже пока не нужно. Зачем? Ну и все. Собственно говоря, что я еще могу сделать? Больше ничего. Кинжал там был. Было бы неплохо его спереть, а потом отмыть у варюх. Что произошло? Что ты имеешь в виду? Чем помочь? Поговорить. Так, исследовать мрачное поле, резные холмы. Угу. Здесь еще мне надо с кем-то поговорить. Вон вижу, и горит что-то. Кто-то, точнее, не что-то. Он на улице? Нет. Нет, не похоже. Где-то снизу. Угу. Ой, откуда он взялся? Прям вынырнул. Я хочу поговорить с тобой о Лорке. Угу. Жена хозяйка шелк. Это у орков, короче, в рабах люди есть. Жуть какая, какой-то у вас непонятная вселенная. Здесь, наверное, все. Сейчас только этот совет дать. Можно выбраться наружу. О, ой, нет, стоять, боже. Да. Урон от падения 30 тысяч. Смотри под ноги, совет. Ладно, дорожное святилище, хорошо. Но это был полет веры, называется. Неудавшийся. Где тут это? Совет ей дадим, можешь валить отсюда. Лучше вали. Так, что скажешь теперь, когда ты поговорил со всеми? Мне правда интересно. Твой брак очень важен для клана. Исполни свой долг, это честь. Твоя жизнь принадлежит тебе. Плыви с нами и посмотри мир, если ты этого хочешь. Ты прав, моя семья дорога мне, но это моя жизнь.
Я последую зову сердца. Рад, что смог помочь. Наконец-то я ясно вижу свое будущее. Значит, ты плывешь с нами? Да, но сначала попрощаюсь со своими. Увидимся на корабле. Круто. Лук морской скалы. Я помог. Я дал гениальный совет. Значит, что? Ну, здесь по заданиям... А нет, еще не все. Здесь нужно разузнать о культистах. Это значит налево. Пивовар, торговец. А тут что? Гильдейский торговец. Я еще к пивовару хочу к тому подойти, что там за товары у него. Может, что-то особенное где-то продается интересное. Так, они здесь что-то палят. Трупы людей. Почему я не удивлен? Столько жестокости. Жуть просто. Нет бы, не знаю, прям в карты играли или что. Найдено, найдено. Кираса красивая какая. Но это ж воровство. Мы же не воры. Ты что там орешь? Эй. А с кем мне надо поговорить? С этим, что ли? Открыть замок средний, дом Лаганах. А, так мне туда нельзя, получается, пока что. Оленина, булава. А ты кто? Так, подожди, лечение мудрых исследуем. Исследовали вроде бы. Что ты продаешь? Угу. Гильдийская продажа. Значит, нужно сбегать нам. Что-то опять вернуться, что ли, нужно кому-то. А, нет, это не вернуться. Использует тотем видений. Сейчас я хочу к пивовару сходить. Посмотреть, какие у него магазины. И, в принципе, можно выдвигаться на карту. Смотреть, где кого там убить, что исследовать. Эти уже куда-то летят. Так, Розика. Магазин продавщицы товаров для дома. Бельевая веревка. Вот там можно ничего не крафтить, а все это сделать, да? Грубый блок. Обычный предмет для дома. Обстановка. Контейнер для погрузки. А сколько в нем ячеек? Ящики всякие. Ящик треснувший. Не знаю даже. Что еще нужно? У меня-то дома нету. Пиратское знамя. Пиратского знамени у меня точно нет. Так, постоялый двор, расшатанный зуб открыть. Это типа там вот эти все пивовары, да? Пивовар, торговец для дома, для дома. Там еще будет широкого профиля, шагрот. Ладно, не пойду. У нас есть вон задание еще. Успеется товары для дома купить. Еще дом бы для начала купить. То с теперешними ценами дом построить это просто надо, не знаю, миллионером быть. Так, вот, кто-то что-то, тотем видения активировать. Сейчас у нас, короче, попрет что-то видение. Знаете, замысел кровавого шипа. Это туда? Наверное, туда. И это, походу, в пещере какой-то. Ну, сейчас вот пещерку мы чувствуем распотроши, посмотрим, что там внутри. По-моему, там и... Ух ты, бесовской гриб. Волки кругом. Заодно в пещере там он кристалл есть, умение этот можно найти. Так. Я что-то не понял, как попасть к вам, ребята. Что нужно сделать? Подслушать? А, все. Я понял. Вас не видят. Это здесь нужно подслушать, я так полагаю, да? Выполнено, подслушали. Отлично. А, не пришлось нам никуда заходить.
Ну, кристалл-то... А, вон, светится. Я думал, он в пещере. Нет, он тут. Небесный осколок. Отлично. Их надо собирать, потому что скиллы-то надо учить, ребята. Это важно. Как, куда дальше стоять? Нам не в эту сторону, нам в ту. Так, ну вот, ты как раз волка убей, я подобываю что-нибудь. Я вообще в робе бегаю. Дай-ка я сниму, блин, некрасиво как-то ходить. В робе мы будем ходить в своих доспехах. Устрашающе, по крайней мере, будет выглядеть. Вдруг какой-нибудь враг увидит и без боя смоется. Что тут за дерево? Раскройте истинную цель ритуалов кровавого шипа. Что только что было? Истинную цель. А, ну это типа как какое-то задание. Как оно обозначается деревом на карте, а тут почему нету? Так, следопыт. Важные объекты. Дорожное святилище. Сюжетное задание. Заговор кровавого шипа и гибель Корзога. Вот они, сюжетное задание, как обозначаются на карте. Надо будет... Подожди. Стой, я хочу кое-что проверить. Я там сюжетное задание все выполнил, кстати, Глинумбре. Вот так-то. А остров? Какой я там остров посещал до этого? Строс. Тоже выполнил. Отлично. Там только он важных заданий каких-то не... Так, ты кто? Это был волк. О, вижу. Впереди. Опа. Что нужно сделать? Слушать предводителя культистов. Нас не видят. Ну, слушаю. Или, может, не здесь? Выполнено, в принципе, здесь. Так, ты кто? Войти в логово кровавого шипа. А, ты со мной, типа, да? Мы помчали. Помощник, значит, у меня появился. Стоять. Стоять, 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 стоять. Это надо запустить. Негоже нам пешочком бегать. Будем потом телепортироваться. Запустили. Оловянный пласт. Настоящий кузнец не пройдет мимо настоящего железа. А там чего? Тут какое-то задание дают, походу. Магула. Привет, Магула. Как? Да, хочешь? Хорошо. Активировать северное святилище, активировать западное святилище, активировать южное святилище. Южное. Активировали. Мы молодцы. Кто молодцы? Мы молодцы. Ну, все остальное потом. Так, подожди. Почему еще горит значок? Подожди, что они тут одно... А, все понятно. Это нужно было дождаться, пока эта история пройдет. Нам, наверное, вон туда. В красный шип. Это где-то здесь, по идее. Там за нами бежал, походу. Что у меня он курсор пожелтел, значит, меня кто-то видел. Видимо, преследует. Логово красного шипа. Нам сюда, ребята. Так, войти в логово красного шипа, найти Вардена здесь нам нужно. Варден, Варден, Варден.
Это, короче, где-то в конце будет, видимо. А что тут все мертвенькие лежат? Кто тоже тут до меня вошел? Ну и ладно. Пробежимся, значит, спокойненько, без всяких проблем. Ну да, он, я смотрю, впереди тут идет товарищ. Всех убивает. В робе тоже, кстати, не переодетый. А тут что за углом? Может, что-нибудь интересное есть? Я тебя прикрою, симпатяга. Да ты, блин, льстишь. У меня уже 30 тысяч хп. Неплохо так поднялось за последнее время. Когда я там последний раз подсмотрел. Слушать Вардена, его тоже надо в этом, в невидимом виде, не? Ну давай, разговаривай же, Варден, послушаем тебя. Кстати, выйти из логова. Подожди, задание немножко. Я, походу, его послушал. Камень душ. Дневник изучим. Камень душ. Алхимическая бутыль. Мутный яд. Нетронутая вода. Напиток. Так, мутный яд повесим, чтобы место не занимал. И что нам нужно? Просто отсюда выйти? И что мы тут сделали? В принципе, ничего, по идее. Просто выйти нужно теперь. Давай выйдем. Что теперь? Ну, вот тут рядышком поговорить с каким-то... А, это чувак, который со мной бегал. Но, видимо, сейчас отсоединился от меня. Сейчас с ним поговорим. И нет, не он. О, кинжал. Блин, опять ученика. Да что вы прикалываетесь здесь, что других нету этих сетов? Кинжал это, конечно, круто. Я бы вот взял два кинжала. Увеличивает рейтинг критического удара оружием и заклинаниями на 2.1. Наносит магического урона и восстанавливает магию. Ученик кровавого шипа. Ладно, пока за неимением другого возьмем это. Ух, я 23 уровень взял. Прикольно. Так. Мне еще и камней каких-то насували, которые я сейчас мимо обхожу, в принципе. Следующий уровень. А на следующем этапе оружие на выбор фиолетовое какое-то будет. Уже неплохо. Не боевой питомец на выбор на следующем уровне. У меня уже есть он одна бесполезная зверюшка. Дома ее оставлю, когда куплю дом. Подожди, теперь в какую сторону? Это разузнать о культистах. Давай мы зажгем по пути. Что там нам надо было святилище зажечь? В той стороне. Пчелка. Еще одна. Не буду трогать. Летает. Она меня не трогает, и я ее не буду. Паучок. О, я рядом. Отлично. Этот, походу, заагрился. О, вот оно. Активируем. Паук, видимо, там следом за мной идет, да? Ну да, да, да. Вижу. Че тебе надо? Иди по своим делам, а? Или ты смерть свою ищешь? О, ушел. Так, вот здесь вот мы послушаем, типа посмотрим. Активировали все. Дальше. Так, там сундук какой-то. Возможно, есть, возможно, нету. Может быть, даже хороший будет. Дальше, дальше, дальше. Вот, у нас по пути дальше вот это вот. Разузнать о культистах. А еще одно северное святилище там выше.
Сейчас тут за 5 минут все обойдем и все сделаем, все миссии. Хотя сюжетки тут две. Закончу одну, наверное, скорее всего, начнется еще одна. Нет, рунный камень, отстаньте, не хочу пока брать. Найдено мрачное поле. Опыта 398. О, да-да-да-да-да-да-да, руда. Блин, не успею. Сейчас кусит. Не укусила. Ты кто? Ой, дай с пчелой разберемся. Она сама улетела. Так, давай говорить. Откуда все эти зомби? Начато путешествие в прошлое. Подожди. Ну, это, в принципе, здесь и нужно было так, осмотреть центральную крипту, ваш пункт назначения, нам туда, культистов, там дальше будет северная, ну, в любом случае, надо заходить здесь. Тут как раз еще, у нас тут осколочек небесный светится, пригодится он нам в жизни, причем, я думаю, очень. Так. О, отлично. Руда. Ну, пошли. Давай мы сейчас... И что? Где вход? А, во. Ясно. Так. Взять посох. Аркея. Ну, давай. Подожди, что за книжка? Изучим. Посох. Да блин. Посох. Взял. Собрать энергию и зарядить посох. Примечание. Убить культиста и собрать сгустки энергии и поговорить. Ясно. Надо сразу убить культистов пойти, я так полагаю, да? Маскировка кровавого шипа. По-моему, она у меня есть. Ваш инвентарь полон. Подожди. Где тут? Нет, нет у меня кровавого шипа маскировки. Значит, надо место освободить. Давайте что-нибудь съедим. Есть это нечего. Значит, что-нибудь выкинем. Например, этот камушек. Маскировку мы, пожалуй, все-таки возьмем. Пускай будет своя, да? Да. Она нам пригодится, видимо. Давай ее сразу и оденем. Прочее, маскировка, использовать. Боже. Я платье одел. Что нам нужно делать? Собрать энергию. Убить культистов и собрать энергию сгустки. Так, культисты, вы где? Это уже труп. Тут уже кто-то бегает, все собирает и всех убивает. Ага. Да ты какие еще ты будешь делать, а? Отлично. А как собрать? Взять сгустки энергии, наверное, так, да? А, вот так вот это берется. Хорошо. Маскировка кровавого шипа. Может, можно без убийств это сделать? Ну, я не знаю, как. Собрать. А, ну вот, видишь, можно. Полетели. Все, я все выполнил, можно возвращаться. Точнее, даже не возвращаться, но он тут рядышком все. Поговорить с Фредерикой. Кто ты, что ты, чего ты, кого ты? Уйти.
убить порождение гнева, страха, призвать порождение при помощи посоха Аркея. Ясно. Чё ж тут непонятного? Отстань, потом с тобой поговорим. Я сейчас пойду порождение убивать. А этот, кстати, мог бы меня и не тронуть, что ли? Ладно, я уже раз тронул, то давай дотрогаю до конца. Нет, личинка мне твоя не нужна. Все, сейчас призываем. Все, готов, призвали. Мочи, гада. Ты что со мной сделал? Отлично. Стальной двуручный меч пламени. 1276 урона. Ух ты, какая штука. Ладно, пускай будет. Давай-ка следующего. Кто там у нас на очереди? Гнев и ненависть. Я вас тут всех спалю. Кедрени, фени. Так, 5 золота. Что-то вы мало, ребята, даете совсем. Тут рядышком... Нет, ладно. Успеется открыть эти порталы, я думаю. Все по очереди сделаем. У меня сейчас на очереди как раз лежит вот это задание. Так что будем добивать, что сделали. Посох, давай. Ну, они мне, в принципе, урона-то особо не наносят. Можно так особо и не бегать, и не бояться. Я так довольно неплохо справляюсь, стоять на месте и бить, и все. И не надо думать. Поговорить с Фредерикой теперь в ту сторону. Ну, давай, доберемся еще до Фредерики, да? Мы уже и так играем целый час. Давай мы сейчас до Фредерики доберемся, что у нас там по квестам. Они еще не собираются пока заканчиваться, так что, видимо, придется ночью добивать это все. Давай сейчас Фредерике что-нибудь расскажем хорошее, что мы всех убили, угрозы больше нет. Отлично, поговорить с королем. А ты что, король, скажешь? Войти в видение Ренвика. Блин, ну давай войдем, что-то мне интересно стало прям. Выполнено. Поговорить с женой охотницей. Ну, жена охотница. Что ты сегодня добыла? Поговорили. А, да тут просто разговоры. Немного ли игр? Ой, немного... Так, вы ворвались в мой дом, вы перебили. Зачем нам помогать тебе, орк? Все равно ты убьешь нас всех. Если не хочешь умереть, скажи мне... Какой магией взывает твой супруг? Остался ли здесь кто-нибудь? Скажи мне, как открыть дверь, за которой прячется Ренвик, или я убью твою дочь? Короче, орки воевали против людей, да? Война. Он ее убил. Ты маньячина, блин. Ты мучаешь меня даже после смерти, спрашивай, покончим с этим. Что задумал Ренвик? Блин, тут еще надо, видимо, знать, что отвечать, что спрашивать. Ладно, давай, скажи мне правду, и я сохраню тебе жизнь. Задавай, если тебе дорога, как добраться, скажи. Казни его. Казнить пленников, чтобы допросить их призраков. Понятно. Выполнено, выполнено. О, даже с другими не нужно было уже разговаривать. Получается, если задать правильный вопрос, все разговоры бы прекратились бы. Прикольно. Нам нужна была дверь какая-то.
Кто здесь? Военачальник из ГО. Повернуть. А, повернуть. Прям задание мега сложное — повернуть камень. Даете вы, блин. Так, разобраться с королем. А ну вот, финальный босс. Ну-ка иди сюда, ты где? Король Ренви, где ты? Не вижу я никакого короля. Ну? Уч, уч. Не хочет этот начинать битву. Гадина это. А ну, давай драться. Что-то странное происходит. Я как будто бы не участвую тут ни в чем. Они тут сейчас без меня, походу, разберутся. О, он призвал каких-то двух скелетонов. Понятно. Портал в настоящее. Короче, мы тут не дрались. А, вот и король опять, да? Ну давай, что ты скажешь. Воспользоваться. Так, королевская стража, броня ученика опять. Воодушевление. Поглощение запаса сил. А, инвентарь, инвентарь. Маскировка, маскировка. Что мы можем удалить? Что-то надо выкинуть, ребята. Этот изумруд у меня постоянно появляется. Бог с ним, найдем еще. тысяч опыта, 400 золота. Так-то неплохо. Завершено задание, путешествие в прошлое. А, ну по идее одно. А, нет. Заговор кровавого шипа еще не закончен, ребята. Надо вон еще дальше разузнать о культистах идти. А тут еще по очереди святилище одно будет. Ну ладно, давай тогда. Блин, давай в следующий раз. На сегодня, я думаю, хватит уже. Спасибо, что пришел на канал. Спасибо, что посмотрел мой ролик. Ставь лайк, подписывайся на канал. Ну и до встречи в следующий раз. Пока.